Ох, как снежок фигачит. Вот пол первого уже. Дня. В 7 утра дождик моросил маленький. Туман висел. А сейчас все, зима не хочет уходить. Это у меня лоджия, поэтому тут теплее. В целом-то, видите, 0-1 где-то так. Земля теплая, нагрелась, и вот поэтому тает на асфальте, а так-то он как бы... Холодно, -1, -2 где-то. Вот в сторону Амура вообще ничего не видно. Вот такие парадоксы дальневосточной природы. Ну, синоптики угадали. Угадали. Не ошиблись. Неожиданно и вдруг пришла зима. Видите, уже там лужи, все натаяло. Вот и думаю, что делать, да. Ну, может, музыку вечером повключать. Не знаю, какой. Наверное, посмотрите, если проголосуете за музыку, включу трансляцию.